На заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских официально представил председателя правительства Ульяновской области и обозначил его первоочередные задачи. Хочу представить назначенного председателя правительства Ульяновской области, уже хорошо вам знакомого, Владимира Николаевича Разумкова. Он имеет большой успешный управленческий опыт работы как в реальном секторе экономики, так и на государственной службе. Владимир Николаевич, перед вами стоит задач очень много, и все требуют оперативных решений. В первую очередь Владимир Разумков займется формированием кабинета министров. Далее совместно с командой председатель правительства займется анализом работы подведомственных учреждений и министерств для оперативной корректировки их работы. Вместе с тем важным является решение других стратегических задач. Формирование бюджета на 2022 год. Здесь приоритеты губернаторам уже расставлены, как вы все знаете, это социальная направленность бюджета. Соответственно, вместе с тем надо смотреть на снижение долговой нагрузки бюджета, с тем, чтобы мы могли эффективно финансировать те обязательства, которые принял на себя бюджет Ульяновской области. Ну и самое главное, это, конечно, повышение доходов наших жителей. В настоящий момент средняя зарплата жителей региона составляет 35 тысяч рублей. В целом по России этот показатель выше 50 тысяч. Алексей Русских поставил амбициозную, но выполнимую задачу – достичь общероссийского уровня заработных плат в Ульяновской области. Владимир Разумков также займется контролем реализации национальных проектов и развитием инфраструктурных проектов в регионе. Здесь эти все затраты действительно тоже отражены в бюджете. То есть тот уровень софинансирования, который необходим для того, чтобы эти проекты успешно реализовывались, он заложен. Соответственно, здесь, с командой правительства мы тоже должны выполнить эти все задачи, хоть они достаточно показательные, там амбициозные, но тем не менее они выполнимы. Еще одна важная задача – решение проблем, которые больше всего волнуют население. Например, нехватка питьевой воды в муниципальных образованиях, с которой столкнулись в районах жарким летом 2021 года. Часть районов Ульяновской области испытывала дефицит водоснабжения. Все мы знаем о том, что произошла авария в железнодорожном районе в связи с водоснабжением. Поэтому с поддержкой федеральных министерств мы здесь отрабатываем в том числе эту проблему с тем, чтобы сделать водовод из Кузоватовского района в правобережную часть города, с тем, чтобы таких проблем не возникало. Среди других задач председателя правительства Ульяновской области – контроль противооползневых работ в правобережье, газификация районов, решение проблем обманутых дольщиков, обеспечение жильем детей-сирот, решение проблемы аварийного жилья, медицинская и социальная поддержка населения. Владимиру Разумкову также предстоит работать над тем, чтобы ограничительные меры, действующие в регионе в связи с пандемией коронавируса, не сильно ударили по бизнесу. Задач на самом деле много, но я думаю, что команда, которая будет сформирована, она просто обязана справиться с этими задачами, поэтому начинаем работать. По словам Владимира Разумкова, при формировании кабинета министров ставка будет сделана на профессионалов. Правительство Ульяновской области окончательно будет сформировано до конца 2021 года. Валентина Никонова, Герман Баранов, Олправда ТВ.